К сожалению, увеличивается у нас количество заболевших гриппом. Наша инфекционная больница практически из всех отделений. Одно осталось у нас отделение, которое не задействовано в приеме больных гриппом. На сегодняшний день мы об этом говорим. Ситуация превысила уже нормы допустимые, поэтому мы склоняемся к тому, чтобы объявить общегородской такой карантин, а не отдать это на усмотрение директорам школ. Мы в прошлом году также сомневались, стоит ли это, не стоит делать, но вовремя принятые нами меры дали свой положительный результат, и мы остановили вспышку гриппа в прошлом году. Думаю, также мы поступим в этом году. На сегодняшнее заседание комиссии ПТЭП мы пригласили, не только она была расширенной, вы видели, что здесь были представители Генерального консульства Китайской Народной Республики, поскольку коронавирус, который сегодня зарегистрирован, эпицентром является Китайская Народная Республика, в том числе и уже достаточно большое количество смертных случаев, мы должны были, конечно, выслушать и прежде всего выслушать информацию прямо с источника, с эпицентра. Второе, что нам необходимо было сделать, это чтобы Генеральный консул взял под контроль и ту, нашу большую многочисленную диаспору китайскую. Приняли участие также наша погранслужба, которая является первыми, кто контактирует с теми, кто приезжает из-за рубежа, в том числе едут из стран, а помимо Китайской Народной Республики, в которых уже зафиксированы данные случаи. Поэтому также необходимы все меры, чтобы при выявлении людей, которые прибывают к нам и с признаками ОРВИ, заболеваний, информировали наши службы, медицинские службы, которые присутствуют в аэропорту, и дальше мы принимали меры уже, если такое будет необходимо. Высшие учебные заведения, поскольку начало обучения будет где-то со 2 февраля, также мы посоветовались с председателем Совета ректоров вузов города Одессы и приняли такое решение, что если дальше будет динамично развиваться ситуация в худшую сторону, то есть повышаться количество заболевших, мы порекомендуем перенести, чтобы проинформировали студентов, чтобы они не возвращались, многие разъехались, не возвращались до того периода, когда тоже поддержать нас в объявлении карантина. Также будут приняты меры и на железнодорожных вокзалах, где прибывают гости нашего города, в том числе автовокзалы. Нам необходимо сегодня обеспечить действительно контроль над всеми въездными пунктами пропуска для того, чтобы вовремя принимать и реагировать на заболевание любое. Мы не говорим сегодня о коронавирусе, мы говорим и о распространении сегодня гриппа, который сегодня превысил свой порог. По всем категориям поставлены задачи, по всем направлениям, в том числе взять под контроль лиц без определенного места жительства, те места, где они приходят, мы у нас в районе Куликового поля есть палатка, в которой они сегодня получают всю необходимую помощь, взять под контроль эту категорию людей. По всем категориям мы разработали свой план действий, и каждое наше подразделение знает то, кто чем будет заниматься и уже занимается. Поэтому для этого для нас очень важно проинформировать население города Одессы, что мы знаем об этом, мы реагируем, не сидим сложа руки. Сегодня наша, также по докладам Светланы Яковлевны, нашего главврача инфекционной больницы, мы пополним там запасы медикаментов, те, которые будут необходимы. Сегодня они есть в наличии, но на всякий случай, чтобы был запас, мы сегодня тоже также примем эти меры, чтобы у нас это было в наличии. Все на сегодняшний день мы видим, что мы приняли все меры. Переводить наше учебное учреждение на какой-то другой режим работы, пока медицинские работники говорят, нет необходимости. Если дальше будет продолжаться, то мы будем выделять отделения, в которых будем закрывать как под карантин для заболевших гриппом.